Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить «Принц Персии. Пески времени». Сейчас мы в тюрьме, и нам нужно отсюда выбираться как можно быстрее. Для начала возьмем улучшение для Даггера. Можно попить воды, но у нас жизнь полная. И, по идее, может тут есть какой-то ящик? Ладно, ящика не вижу, значит, наверное, нам надо просто на кнопку. Встать. Да, открывается дверь. Хотя я вон, по-моему, вижу ящик, и, видимо, нам придется тащить его до сюда. Что не очень близко, но что уж делать. В целом, до конца игры осталось не так уж и много. Процентов, я бы сказал, 15-20. Ну, на самом деле, еще не так уж и мало, но в целом уже близко-близко. Подобрались мы почти к часам, потом еще надо будет немного побегать, и в целом все. Вот тут у нас много крови под решетками. О боже. Как-то я не ожидал. Давайте откатим время. Так, отлично, восстановили жизнь. И сейчас попробуем избежать этого всего. Так. Отлично получилось. А тут я вижу, у нас есть еще одно улучшение. Камера пызок. Я первый раз видел подобное устройство так близко. Так близко, что мог потрогать. И где те люди, чьей работой было задавать вопросы? Добывать ответы, которые были нужны его королю. Где они теперь? В конце концов, они встретили ту же судьбу, что и их жертвы. Все равны перед песком времени. Так, таким образом забираемся наверх по-быстрому. А куда дальше? Куда дальше? Что делать? Так, не знаю даже на самом деле. Как-то мы не очень удачно оказались тут. Потому что я не особо и вижу, куда можно. И не очень камера слушается. Так, попробуем посмотреть, что у нас есть здесь. Здесь у нас тоже ничего особого нету. Попробуем сделать так. Да, все. Слышу звук, как будто тут есть улучшение для Даггера, как бы, ну или что-то такое. Ох уж эти летучие мыши пытаются нас скинуть. Так, ну ждем, пока они приблизятся. Все, я думаю, больше их не будет, и нам нужно вперед, что ли? Да, и теперь нам нужно две кнопки нажать таким несложным образом. И быстренько по стеночкам забираться наверх. Потому что я думаю, ой-ой-ой. Да что ж такое? Нет, ну это уже как-то совсем ужасно. Так, отлично получилось. И теперь быстренько. Ну вот как-то так. В целом немножко сложнее, чем в прошлой комнате забираться, но все же можно. Так, прыгаем. Вот наше улучшение. И теперь, нажимая кнопки, нужно будет быстренько подниматься. Как мы видим, колючки есть, поэтому стоит прыгать с высока, чтобы не врезаться в них и не пораниться. Я не уверен, что можно пораниться, но, возможно, не стоит рисковать. Так, ну вот, мы почти выбрались. Если это можно так назвать. Выход. Прыгаем. Лестницы падают. Хорошо, что они ждут, пока мы заберемся.
Так, ну и очередная битва, не самая простая. Во всяком случае, мне так кажется. Да, я уже вижу этих больших синих, а это намекает. Ух ты. Герой. Так, ну как-то не очень, не очень. Да уж, то уж хорошо в Tomb Raider, это нормальная камера. Тут это просто невероятно геморройно. Ну, может, мне просто не очень привычно, но как-то плохо. Так, у нас уже тут два с мечами, да. Когда их будет 4, будет печально. Но я надеюсь, до этого не дойдет. И пока будем убивать этих с молотами. Ну хотя я уже 3 вижу. Давайте попробуем этого уничтожить. Фара его уже хорошо обработала. Ой-ой-ой-ой, Фара, ну что ж ты так стоишь? Неудачно. Ой, забыл, забыл. Ну ладно, мы его все равно немножко так. Отличненько. Так, а теперь у нас 4. С большими мечами не очень приятно, но вот уже 3. Так, кто у нас появился? Отлично. Моя тактика, что я сначала избавляюсь от слабых противников, а потом уже нападаю на сильных. Так, ну, появляются у нас с молотами постоянно. Так, и теперь у нас 3 с мечами, это не очень хорошо, надо Фару спасать. Так, сейчас мы уже от 2, можно сказать, избавимся, даже от 3. Упс. Упс. Да что ж такое? Так, придется много пить, чувствую. Но надеюсь, мы все же сейчас уже с ними справимся. Да, есть. Теперь главное попить. И посмотреть, конечно же, видение. Это концепция всей игры. Посмотри видение, попей воды. Где бы воду достать? Я думаю, может, там наверху есть. Так, тут у нас кнопочка. Ну да, есть и... Так, отлично. Давайте, наверное, посмотрим видение сразу.
Вот, как поведению. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Все хорошо. Это я. Это я. Смотри, наконец-то мы здесь. Это башня рассвета. Да, как мы видели, поведению сейчас будет бой там в одном лифте, и, как по мне, это самый такой долгий и сложный бой. Не знаю, может, мне и кажется. Кстати, вот тут у нас, по-моему, вот это место, где мы провалились, можно захватить улучшение. Да, кажется, это оно и есть. И теперь я не знаю, как тут с кнопками. Сейчас посмотрим, что делает это. Так, она поднимает платформу. Сейчас посмотрим. В целом ящик вижу, наверное, надо его скинуть будет. Так, попробуем забраться на нее. Отлично, есть мы наверху. Сейчас посмотрим, что это делает. Ох, это совсем на другом конце. Так, бежим быстренько. Если хотим успеть. Так, беги, беги, принц, ускоряйся. Можно замедление сделать. Надеюсь, это нам хоть как-то помогает. Не знаю, можно, наверное, и без замедления. В целом, помнится, и без замедления проходил. Но чтоб не рисковать. Да, вот он только сейчас опустился. Так, нам же надо зажимать правую кнопку, а не ей. Я тут пытаюсь проткнуть ящик. Так, и что нам нужно? Куда ящик двигать? А, вижу, вот, наверное, к той кнопке и с него уже нажимать ее. Так, ну почти сейчас нажимаем, дверь открывается и бежим. Да, уж башня рассвета, это будет не очень просто. Так, жизнь у нас не полная, но не знаю, найдем мы там или нет попить, но если эта дверь закроется, то неважно уже. Так, тут у нас птицы. Может быть, есть возможность и не драться с ними, потому что они меня все время избивают нехорошо. Потому что я не знаю, какой кнопкой блок делал. А, все, нашел, сейчас мы их быстренько изничтожим. Удивительно. Почти конец игры, а я только научился блок делать. На самом деле это удивительно, потому что блок делается правой кнопкой мыши, и как бы я в самом начале игры пробовал, и ничего не происходило. Ну ладно уж, это не важно. В целом без него неплохо справлялись. Так, ну вот сейчас бы уже, наверное, у нас был бы новый резервуар, а так, как мы не собрали одну в библиотеке, то нету. Тут, наверное, будет улучшение жизни. Типа ломаю стены? Ну да. Ну да. Пойдем со мной. Так что, ну это уже, по-моему, или последний, или предпоследний источник, из которого мы увеличиваем жизнь. Пара, как долго меня не было. Идешь? О чем ты говоришь? Ничего. Будь осторожна. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. А тут, конечно, имеются вот эти фонтанчики, не фонтанчики с водой. Но в целом
это не очень будет нам спасать. Особенно в том случае, что фару главное защитить. Чаще всего фара тут умирает. Во всяком случае, у меня. Я надеюсь, у меня получится сделать это с первого раза. Так что пробуем. Лифт будет ехать бесконечно, пока мы не избавимся от всех. Так. Ну, фару уже бьют. Так, ну я побежал ее спасать, иначе... Хотя вокруг нее все равно толпа вьется, и я только себя сейчас могу подставить. Так, ну вот у нас появились большие с мечами, не очень-то это хорошо. О боже ты мой. Ну отойди уже. И вот как только она начинает по ним стрелять, они уже сразу начинают сходить с ума. Сейчас попробуем, не знаю, как-нибудь... Ой, ёптики-моптики. Но сейчас ее убьют такими. Но... Все было не так. А, вот потому... Вот потому-то это и будет очень длинное место прохождения, потому что крайне непросто это все. Надо ее как-то защищать. Да, может, жалко ее сдвинуть куда-нибудь. Сюда нельзя. И было бы хорошо. Стояла бы где-нибудь вот, вот здесь. И ее бы, я думаю, никто бы и не задел особо. Что ты тут стоишь? Можно я тебя ударю сам уже сейчас? Или проткнуть ее кинжалом, превратить в... Ты знаешь, не все является ловушкой. Так, ну... Сзади! Как-то у меня совершенно не получается. Видимо, что-то с лифтом. Так, ну делаем попытки. Я надеюсь, все у нас получится. Ну, не факт, конечно. Надо ее пока бежать спасать, как я вижу. Хотя, ну блин, как-то слишком они в кучу собрались. Помоги! Вот говнец. Да гов... Короче, это без вариантов. Сейчас я проигрываю. Если, конечно, мне очень не везет. Нет, но у нее жизнь совершенно не восстанавливается. И у меня, кстати, тоже. Ну ладно, они хотя бы все на мне сейчас. Так, так, стой, стой, жирный. О боже ты мой. Ну все, конечно. Нет, 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 этого тоже не было. О боже. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Как я ее хочу сам уже убить, честно. Как можно тупо стоять с луком и ничего не делать, не бегать, ничего.
Все, последний раз, сейчас должно все получиться. Я надеюсь. Давайте, подходите. Встану где-нибудь здесь, чтобы подальше от нее, хотя они все равно к ней полезут, я знаю. И делаем все очень быстро. Так. Ну, поднеслась. Странно, что двое из них уже упали. Ну блин, ну как так можно? Давайте все сюда. Тут у нас еще и разнообразие монстров. Не очень это приятно. Помоги! Ну, этот уже полез к фаре. Отлично. Вообще не представляю, как тут отодвинуть от нее всех этих придурков. Но как-то нужно. Так, пока нам несказанно везет. А, жирный, как всегда. Хитрый. Знает, что мы ему наваляем, и ползет. Так, ну что? Как нас затрясло. Так, ползем. Откуда они берутся? Так, надо ее опять спасать. Так, у нас тут комбо произошло внезапно. Так, отойдите от нее. Отлично, все, мы справились. Ну, как вы видите, это такой, как мне кажется, самый непростой бой. Бой по большей части из-за фары, но все же как-то так.
Так, что мы поднимаемся? Сейчас должно уже быть наверху. Ой, я провалился. Ну, во всяком случае, в заставке, как вы сами видели. Так, бежим на платформочку. Песочные часы где-то неподалеку. Я чувствую это. Чувствует как? Я не могу объяснить это. Так, ну что, посмотрим видение. Тут у нас куча золота. Так, ну что ж, наверное, уже продолжим в следующей части. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артур. Всем пока.